Компания «Газпром Трансгаз Томск» заканчивает строительство производственной базы в Нерюнгринском районе. Это существенно усилит инфраструктуру магистрального газопровода «Сила Сибири» и принесет новые рабочие места нерюнгринцам. Подробности далее в сюжете. Магистральный газопровод «Сила Сибири» – один из крупнейших в стране. Ежедневно по нему транспортируются миллионы кубометров газа с Чаендинского месторождения к российским и зарубежным потребителям. И для бесперебойной его работы необходима соответствующая серьезная инфраструктура. С этой целью ведется строительство новой производственной базы в окрестностях поселка Серебряный Бор. Важно что? То, что все производственные мощности находятся вот именно в одном, сосредоточены в одном месте, да, то есть это транспортный цех. Для транспорта здесь 5 теплых стоянок, да, 2 теплых склада, 2 открытые стоянки, большая открытая стоянка для строительной техники. Значит, для персонала специально строится социально-бытовой комплекс. Это общежитие, столовая, спортивный зал. На сегодняшний день готовность производственной базы составляет уже 80%. На объекте задействовано больше 150 рабочих. Как говорят сами строители, если бы не пандемия COVID-19 и все связанные с ней ограничения, то строительство производственной базы закончили бы гораздо раньше. При этом при возведении таких масштабных объектов на северных территориях есть и свои нюансы. Сроки, во-первых, они увеличиваются за счет того, что морозы сильны, и увеличиваются сроки. Это во-первых. Во-вторых, база. Ну, аналогичных я, можно сказать, не строил по масштабам. Это масштабное строительство, ну, соответствует самому газопроводу. Строительство газопровода «Сила Сибири» началось в 2015 году, а первые кубометры газа начали транспортировать потребителям в декабре 2019. В настоящее время ведется постройка еще нескольких производственных баз на территории республики и Амурской области. Также продолжается строительство компрессорных станций, призванных увеличить мощность газопровода.